Здравствуйте, эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа «Новости 24». В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Сегодня в выпуске. После 20.00 продажа алкоголя разрешена? О том, как в столице Дагестана прошел антиалкогольный рейд в сегодняшнем выпуске. Теология, лингвистика, журналистика, экономика и международное право. Дагестанский гуманитарный институт к новому учебному году привлек лучших специалистов-педагогов. Махачкала готовится к 160-летию. В преддверии праздника Аварский театр организовал благотворительный концерт. Закон не помеха, прибыль дороже. В одном из столичных гастрономов Махачкалы проводилась продажа суррогатной алкогольной продукции в ночное время суток. Накануне в столице прошел антиалкогольный рейд. Какой была реакция правонарушителей и сколько алкоголя изъяли полицейские, расскажет Гамзат Нурмугамедов. Перед проведением рейда прибывший в Дагестан координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов провел для активистов республиканского движения «Аспатриоты» закрытый семинар. Он раскрыл методику и правовую базу по общественному контролю за незаконной реализацией алкогольной продукции. Мы считаем, что это важно продвигать антиалкогольную политику в том регионе, где 40% населения – это молодежь. Сразу после теоретической беседы команда «Трезвая Россия» и «Аспатриоты» вышли на антиалкогольный рейд по махачкалинским улицам и проспектам. Гастрономия «Авеню» в ходе контрольной закупки была выявлена незаконная продажа алкоголя после 20.00. Вы знаете, что действует запрет по всей республике продажи алкоголя после 20.00? На каком основании? 20.00? Конечно. После 11? После 11 это федеральный закон. Помимо этого, активисты выявили, что алкогольная продукция не поддается маркировке. Откровенно говоря, продавцы торгуют суррогатом. С каждой минутой напряжение в помещении возрастало. Продавец занервничал и стал требовать от участников рейда покинуть магазин и прекратить видеосъемку. Откуда я знаю, что это не суррогат? У вас есть лицензия или нет? Вопрос. Я к тебе привет, сотрудник полиции. Нет, я зачем? Она должна лежать. Я тебе не покажу ее ничего. Где ваш уголок потребителя? Ты кто только что проверять ее? Что? Я гражданин Российской Федерации. Ну иди отдохнуть. Активисты вызвали сотрудников полиции. После выявления нарушений те составили протокол и начали изымать алкогольную продукцию. Понятой решил проверить, осталось ли под прилавком что-нибудь еще. Однако подпускать его к месту хранения не хотели. Посмотрите, может, вот это почитаешь, что я сейчас туда их поставлю все тебе. Почитаешь? Не надо заходить туда. Вот все, что на полу было, мы все забрали. Зайдите, посмотрите. Понятой, вот здесь понятой, потому что если мы вот они взяли все. Давайте, да хватит, да уже кричать. Оказалось, не случайно. Десятки бутылок из-под алкоголя были лишь припрятаны. В итоге изъяли более 140 бутылок алкоголя. Правонарушители потребовали пройти в отдел полиции. Чтобы в следующий раз, если момент будет такой, что там это не изымали, это не мое, или это мое, фотографировать друг мой нельзя, тебе, да? Нельзя, да, не дам. Потому что его прочитай, запомни, я его не изменю никак. Твоя подпись здесь будет у меня. Понимаешь? Что было дальше, камера не зафиксировала. Активисты будут настаивать на том, чтобы суррогатная алкогольная продукция была направлена на экспертизу. После рейда лидеры движения выступили с обращением к молодежи и продавцам торговых точек. Будем в дальнейшем следить, чтобы такие места были вне зоны доступа детям и лицам, которые не достигли возраста потребление алкогольной продукции. Это наш приоритет, чтобы дети занимались спортом, а не пропадали вот в таких вот злачных местах. Отдельно акцентирую внимание, то, что алкоголь, тот алкоголь, который мы нашли в этом магазине, он ярко выражен, суррогатная алкогольная продукция. Мы командно будем избавлять нашу республику от такого негативного явления и будем призывать нашу молодежь заниматься здоровым образом жизни, спортом. Региональный актив Всероссийского общественного движения «Трезвая Россия» и Ассоциация патриотов республики уже наметили план дальнейших действий на последующие 3 квартала. Гамзат Нурмагомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» был проведен накануне Министерством внутренних дел Республики Дагестан. В рамках операции районные подразделения ведомства выявили около 800 нарушений работодателей, использующих труд иностранных работников.
Для ревизии были выбраны строительные объекты республики, места компактного проживания заграничных граждан, а также пункты питания. Около 250 работодателей, использующих труд иностранных работников, были подвергнуты проверке. Выявленных фактов нарушений в ходе рейда – 790. Таким образом, взыскано административных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. Срок нахождения иностранных граждан на территории России не может превышать 90 дней в году. Поэтому 164 человека с нарушением срока пребывания были выдворены за пределы страны. Хотелось бы обратиться к работодателям, чтобы при приеме иностранных граждан на работу, чтобы они у них требовали патенты, так как осуществление иностранным гражданином без патентов трудовой деятельности влечет к административному штрафу от 250 тысяч до 800 тысяч за каждого иностранного гражданина, выявленного на том или ином объекте. Дагестанский гуманитарный институт вскоре вновь откроет свои двери для учащихся. Перед днем здания в стенах вуза прошло совещание руководительского состава. Были обсуждены планы и задачи на предстоящий учебный год. Накануне учебного года с профессорско-преподавательским составом общался мой коллега Абдулла Алиев. Уже больше 10 лет Дагестанский гуманитарный институт выпускает в свет высококвалифицированных специалистов. Уникальность вуза заключается в сочетании светского и религиозного образования. Со дня основания его одной из главных задач было воспитание молодежи в духе патриотизма с привитием духовно-нравственных ценностей. Впереди новый учебный год и новая ступень в истории гуманитарного института. И, соответственно, прием в этом году был намного больше по всем направлениям подготовки. То есть у нас все группы необходимые по направлениям подготовки. Они укомплектованы. Постараемся, чтобы те студенты, которые поступили у нас и получили соответствующее образование, получили соответствующее сочетание как светское, так и религиозное образование. Как и раньше, ДГИ дают высшее образование по нескольким направлениям – теология, лингвистика, журналистика, экономика и международное право. Студенты института имеют возможность стажировки и курсов повышения квалификации в российских и зарубежных престижных вузах. В этом году будет вестись упор и на преподавательский состав. К работе привлечены специалисты с ученой степенью. Хотелось бы отметить, что прием у нас в Дагестанский гуманитарный институт продолжается. И, соответственно, всем желающим, всем нашим дагестанцам или иностранным гражданам и так далее, наши двери открыты. Но мы, соответствующие, что касается получения образования, отвечаем за это и, соответственно, дадим те необходимые образовательные стандарты, которые должны быть ими получены. В скором времени вуз перейдет на новое место, в котором, по словам руководства института, студентов ждут еще более комфортабельные условия. На данный момент идет заключительная часть подготовки нового здания к началу учебного года. Абдулла Алиев, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Новости из Саудовской Аравии. Минувшей ночью все паломники из Дагестана, совершающие в эти дни хадж на благословенной земле Саудовской Аравии, прибыли в долину Мина, где разместятся в палаточном городке. Пребывание в Мина накануне Дня Арафа является сунной пророка, мир ему и благословение. В этом году для российских паломников количество мест в палаточном городке долины Мина было предоставлено саудовской стороной. Напомним, что в 2017 году квота была увеличена с 16 400 до 23 500. Саудовские компании, с которыми был заключен договор на обслуживание палаток в долине Мина, имея на руках межгосударственный договор, по неизвестным нам причинам не выполнили условия этого договора. А именно на каждого паломника не было выделено спальное место на 95 см. При этом за оказание услуг было взято 1000 реалов, что за каждого паломника на 625 реалов больше, чем в прошлом году. В связи с этим первоначально Марва Тур вынуждена была разместить паломников по выделенным палаткам. Таким образом, многим паломникам пришлось временно потесниться на своих спальных местах. Паломники обеспечены спальными принадлежностями, матрасом, подушкой и одеялом. Будет организовано горячее питание, а также раздача прохладительных напитков. Как отметили в компании Марва Тур, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении дополнительных мест для равномерного распределения верующих по палаткам. Уже есть положительные результаты. Выделены дополнительные места, и об этом оперативно сообщено руководителям рейсов и групп. Часть паломников уже переведены и размещены на новые места. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий. Подросток из Дагестана привлечен к уголовной ответственности за публикацию экстремистских видеозаписей в сети интернет. 16-летний житель Хасавюртовского района в марте 2017 года опубликовал на своем канале YouTube видеоматериалы с призывами, направленными на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
14 сентября Дагестан возобновит железнодорожное сообщение между Махачкалой и Санкт-Петербургом. По словам замминистра транспорта, энергетики и связи Республики Якуба Худжаева, обучено 60 человек по специальности проводник железнодорожного вагона третьего разряда. Специалисты уже готовы приступить к работе. Маршрут Махачкала-Санкт-Петербург будут обслуживать 3 состава поездов по 15 вагонов, эксплуатируемых не более 10 лет. Более 2000 кустов культивированной конопли сожжены в Хунзахском районе республики. Растения были обнаружены сотрудниками Росгвардии и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Обнаружено 3 очага произрастания конопли общим количеством 2054 кустов на якобы бесхозном участке. Вторую победу на предварительном этапе Кубка России одержал волейбольный клуб «Дагестан». Наши волейболисты взяли верх над командой Московского государственного технического университета со счетом 3-1. Ранее они обошли сургутский клуб «Газпром Югра». Турнир, стартовавший 28 августа во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске, продлится до 3 сентября. В селении Сивуха Савюртовского района состоялся маджлис. Мероприятие было приурочено предстоящему великому празднику мусульман Курбан-байрам. В нем приняли участие имамы, жители села и представители администрации района. До благословенного праздника Курбан-байрам осталось менее суток. В честь знаменательной даты организаторы провели мероприятие для жителей района с целью подготовить их к выполнению религиозных обрядов этого дня. Все деяния, совершенные вот эти дни месяца Зульхиджата, имеют большую значимость, насколько возвеличены и любимы для Всевышнего Аллаха, как никогда, другие дни. Ученые повидали верующим о достоинствах месяца Зульхиджа, в частности, исторически значимого дня Арафа. Богословы рассказали о тонкостях обряда жертвоприношения и вознаграждения за него в дни Курбан-байрам. На встрече присутствовали не только религиозные деятели, но и представители власти. Чтобы мы между собой были очень близки, и дай Бог благодать в дом каждого из нас, чтобы мы могли ежегодно встречать этот праздник, приносить жертву и праздновать вместе со своими близкими, поздравлять друг друга, навещать старших, больных и выполнять все предназначенные ритуалы. Помимо празднования Курбан-байрам, собравшиеся затронули и другие темы. В частности, выступающие рассказали о братстве и единении в исламе. По завершению маджлиса его участники коллективно прочитали молитву дуа. Гамзат Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Хасавюртовский район. Махачкала совсем скоро отметит свой 160-летний юбилей. Торжество выпадает на конец сентября. Однако празднование дня рождения города уже началось. Коллектив Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы в преддверии этого события организовал благотворительный концерт, посвященный юбилею города. Для кого выступали народные артисты республики, в материале Ларианы Шамхалаевой. Более 200 билетов на сумму свыше 100 тысяч рублей подарило руководство Аварского театра жителям столицы. Благотворительная акция распространилась на детей, спортсменов-инвалидов, пенсионеров, членов семей ветеранов войн, участников афганских событий. Деятели культуры поздравили махачкалинцев с Днем города, отметив, что готовы проводить такие мероприятия как можно чаще, если они получат поддержку от администрации. Это будет хороший подарок в преддверии юбилея города Махачкалы, и мы сумеем влить желание администрации города Махачкалы, чтобы откликались на такие мероприятия, выходя из своих кабинетов и иногда выходили в массы. Собрать исполнителей на одной сцене было несложно. Звезды Дагестана, узнав, что выступить необходимо для тех, кто мечтает попасть на концерт, но не может себе этого позволить, с радостью откликнулись на предложение организаторов вечера. Меломаны остались довольны. Когда тяжело в обществе, больше всего народ должен уметь слушать небесный зов. Это музыка, это театр, это жизнь. Вот сейчас, значит, я снова вспоминаю свою молодость, и мне очень приятно, и это очень хорошо, потому что нас такие культурные мероприятия сближают. К слову, концертная программа «У очага наших предков», с которой выступили артисты на площадке летней филармонии, это проект, реализующийся успешно не только в Дагестане. По словам концертмейстеров, певцы нашей эстрады продолжают срывать овации благодарных слушателей в лучших залах соседних республик. Лариана Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 58 рублей 73 копеек и евро 70 рублей 20 копеек. Еще больше новостей вы узнаете на нашем сайте nnttv.ru. Оставайтесь на нашем канале.